внимание на наши проблемы, которые мы вот до сих пор уже больше 15 лет боремся за этот сад. Этот сад в 2004 году продал Храпунов своим близким людям. И с тех пор мы сюда доступа не имели. И вот в этом году мы вот как-то постарались здесь сделать такую санитарную обрезку, которой сад очень нуждался. Сзади нас вот находится тоже, к нам относилось это, там находится банный комплекс «Вилар». Там 13 соток, его уже продал Есимов. Там все тоже находились саженцы. В свое время, еще в Советском Союзе, в 80-х годах их сажали. Ждем реакции и помощи общественности.